предстоит набрать достаточное количество металлолома, чтобы проапгрейдить Magnum Opus. Вот вы видите замечательную снайперскую винтовку, мы осматриваем местность и понимаем, что, скорее всего, это лагерь, это вражеский лагерь. Мы видим одного стрелка. И второго. Итого у нас два снайпера. Ну, уже один, по крайней мере, целый точно один. Каждая местность, каждый лагерь — это особое испытание для наших героев. В любом из лагерей можно найти какие-то полезные запчасти или, возможно, топливо для автомобиля. Но единственное, что объединяет все эти лагеря, то что они неизменно хорошо охраняются. И тактику того, как вы будете убирать охрану, как вы будете зачищать лагерь, убирайте именно вы. Можно пройти это все в режиме, скажем, стелс, просто убивая всех из вашей винтовки, а можно поступить несколько более шумно, и сейчас наши герои вам это продемонстрируют. Ну, конечно же, это не прошло незамеченно для жителей лагеря. Вы видели, как отправилась в воздух сигнальная ракета красного цвета, и вот она падает внизу. Значит, что Максу придется быть еще более осторожным, потому что все уже на ушах, все знают, что кто-то сейчас идет и что-то сейчас будет. Вы видите жителя лагеря, это боевик. Боевики — это такая группировка, очень опасная и, к сожалению, наиболее широко распространенная на пустоши.